Вслед за яйцами с полок российских магазинов пропала курятина. Путин, где курица? Скоро так со всеми продуктами будет, надо запасаться, пока не поздно. Российские власти пытались преподнести дефицит яиц как случайный эпизод, но решить проблему не могут уже несколько недель. Импорт из Азербайджана и Турции не помог снизить цену продукции, да и спрос удовлетворить полностью не получилось. Вопрос, как на это реагирует экономика и как на это реагирует общество. Если оно реагирует мемами, как там в США, то это одна история. А когда все государство вынуждено напрягаться и решать проблему стоимости куриных яиц, и при этом мы видим, как на там, 20-градусном морозе люди 2 часа стоят в очереди, чтобы купить лоток яиц там подешевле, то, наверное, это не является индикатором того, что у вас в экономике все хорошо. Цены растут на большинство товаров в России. Кремль пытается оправдать критическое положение на рынке увеличением роста потребления и несвоевременной реакцией на него местных властей. Но это не так. Покупательная способность снизилась, инфляция съедает зарплаты и пенсии россиян. Львиная доля федерального бюджета идет на войну России против Украины. И рост цен на продукты питания и промышленные товары тоже ответственность Путина, который развязал полномасштабную войну против Украины. Ведь, к примеру, подорожание куриных яиц – это прямое следствие западных санкций в отношении страны-агрессора. Птицефабрики зависят от импортных товаров, например, кормовых добавок, которые раньше доставлялись из Европы. То, что раньше поставляла Бельгия, например, аминокислоты, необходимые для производства курей, теперь поставляет Китай. А учитывая, что европейская часть России, где есть основной потребитель, находится далеко от Китая, соответственно, начинают увеличиваться расходы, связанные с доставкой этого продукта с Китая в европейскую часть России. Кроме этого, конечно же, кроме увеличения логистических поставок, Китай, понимая, что он фактически монополист в поставках много количества различной продукции, необходимой для производства, он повышает цены. Западные санкции уже привели целые отрасли российской промышленности к кризису. Россия войну заканчивать не планирует, а значит, ограничений в отношении агрессора будет еще больше. И тут уже идет соревнование, Европа вводит санкции, Россия начинает обходить. То есть как бы, тут надо понимать, что Россия, когда обходит, она на 100% не компенсирует потери от санкций. Да? На какую-то часть обходит. Европа смотрит, как Россия это делает, и пытается прикрыть эти дырки. Россия реагирует и где-то новые дырки ищет. Такое интеллектуальное противостояние. Кремль решил тратить бюджетные средства исключительно на войну против Украины. На социальную защиту, образование, здравоохранение расходы уже урезаны и будут снижаться. На встрече с жителями Чукотки Путин подчеркнул, что при решении вопросов нужно руководствоваться, цитирую, «соображением приоритетов наибольшей важности здесь и сейчас». Очевидно, что для Путина качество жизни россиян приоритетом не является. Виктория Смирнова для телеканала Freedom.